В минувшее воскресенье, 23 октября, в спортивном комплексе «Триумф» состоялась первая игра сборной Казанского федерального университета в рамках чемпионата студенческой хоккейной лиги сезона 2016-2017. За победу в данном этапе игроки федерального боролись с командой архитектурно-строительного университета. Чемпионат студенческой хоккейной лиги ведет свой отсчет с 2012 года. И за все это время в зачете федерального исключительно призовые и победные места, о чем не без гордости говорит тренер сборной Александр. Ну, сборная Казанского федерального университета по хоккею с шайбой, она является основным фаворитом данного турнира. Надеемся, в этом году мы также покажем очень хорошую, достойную игру. Студенческая команда Казанского федерального университета собрана преимущественно, ориентируясь в 5 подразделений. То есть основная масса – это институт геологии, институт управления экономикой и финансов. Также есть представители юридического факультета. В этом году хороший игрок поступил на инженерный институт. Но, в принципе, мы сторонники того, чтобы наша команда состояла именно из желательно представителей каждого подразделения. Судья разобрались, гол не засчитан. И вот под конец первого периода командная и организованная игра Марата Хафизова и Даниила Гатина дала возможность Андрею Кутепову забить еще одну шайбу ворота строителей. Со счетом 4-1 в пользу Казанского федерального завершился данный матч. КГСУ показали себя достойным соперником и дали понять, что команде федерального в этом сезоне придется непросто. Игра была очень сложная. КГСУ очень хороший соперник, очень много хороших ребят. Много силовой борьбы было. Хорошо, что мы реализовали побольше моментов, чем они так, потому что мы могли и проиграть, и выиграть. То есть, как карта ляжет в этой игре, было все. Но нам повезло, спасибо команде. Александра Барышева, Роман Самарин, Универ Ньюс.